Всем привет! В этом обзоре я покажу австрийскую зажигалку Wifeo. Сама по себе зажигалка очень интересная и необычная. В продаже такие зажигалки попадаются довольно редко. А эту зажигалку я купил в Португалии в июле 2020 года. Вес данной зажигалки 53 грамма. В конце ролика я покажу в замедленной съемке, как эта зажигалка работает. И добавлю два фото. На одном фото будет отображен вес зажигалки, а на другом ее размер на фоне спичного коробка. Состояние зажигалки почти что идеально. Корпус у нее латунный и имеет хромированное покрытие. К сожалению, от времени покрытие это в некоторых местах утрачено, то есть вытерто, особенно в этой верхней части. И стал проявляться желтый цвет латуни. С двух сторон на корпусе зажигалки нанесено гелиширование в виде мелких прямых полос, расположенных вертикально, и в виде мелких волнистых полос, также расположенных вертикально. Сочетание этих полос образует красивый геометрический рисунок. На нижней части зажигалки нанесем брендовый значок фирмы с названием Wifeo, заключенным в неправильный шестиугольник. Чуть правее указана страна-производитель — Австрия. По конструкции эта зажигалка полуавтоматическая. Чтобы ее зажечь, нужно нажать на вот эту кнопку. На кнопке имеется рельефная штамповка в виде таких вот полос. Служит она для того, чтобы не проскальзывал палец. И также на кнопке есть вот такие вот два выступа с двух сторон. Они выполняют роль своеобразных упоров, чтобы кнопка не проваливалась дальше вот этого края. Здесь вот в верхней части находится пружинистая пластина. Она находится в таком вот изогнутом состоянии, то есть в напряженном. Когда кнопка нажимается, она оказывает небольшое воздействие на эту пружину, заставляет ее немножко опуститься, и дальше она уже под своим напряжением начинает выправляться. Пружина эта соединена с крышкой, закрывающей фитиль, и во время выпрямления этой пластины открывается крышка, закрывающая фитиль, и прокручивается колесо, высекающее искру. Соответственно, фитиль загорается. Зажигалка остается в открытом положении и продолжает гореть. Чтобы зажигалку погасить, нужно просто закрыть крышку, закрывающую фитиль. Соответственно, при закрытии крышки пружина опять возвращается в изогнутое положение, то есть взведенное. И зажигалка готова к следующему воспламенению. Ну и теперь хотелось бы перейти к самому интересному. Чтобы заправить зажигалку, нужно выкрутить одну из двух заглушек, эту или эту. Если мы выкрутим вот эту заглушку, например, то мы получаем доступ к ватной набивке, которую нужно пропитать во время заправки. Но самое интересное, что внутри корпус зажигалки разделен перегородкой. То есть здесь две заправочных емкости. Можно заправить или вот эту, например, левую емкость отдельно, или эту правую емкость отдельно.
Можно заправить их обе сразу. Здесь заглушка такая же, я выкручивать ее не буду. Смысла не вижу в этом. Кстати, на заглушках есть рубчатая накатка. Для того, чтобы было проще выкручивать или закручивать эти заглушки вручную. Для чего разделена эта зажигалка на две части, заправочная емкость, я сейчас объясню. Например, если пользуешься зажигалкой, и в этой заправочной емкости бензин закончился, то можно вот эту верхнюю часть вот так вот вытащить. И мы видим, что здесь два фитиля у зажигалки. То есть каждый фитиль на свою заправочную емкость. Мы просто переворачиваем заправочную емкость. И, ой, не заправочную емкость, а верхнюю часть. И продолжаем пользоваться уже другой заправочной емкостью. Чтобы поменять кремень у этой зажигалки, нужно также весь этот механизм, то есть верхнюю часть, отделить от зажигалки. Здесь вот есть такой своеобразный флажок. Он соединен с пружиной, поджимающей кремень. С помощью этого флажка пружина немножко притапливается и выводится из зацепления вот с этим выступом. Далее вот так вот отводится в сторону, и мы получаем доступ к кремниевой трубке. Сюда вставляется кремень, и затем все это возвращается на место. Пружина поджимает кремень, затем при помощи флажка опять также додавливаем пружину и заводим зацепление с этим выступом. Сейчас я попытаюсь показать, может быть, будет видно. Пружинистая пластина, о которой я говорил. Вот она находится. Вот, сейчас она как раз отсвечивает. Видно, что она в изогнутом состоянии. И при нажатии видно, что пружина выправляется. Вот она ходит. При помощи этой пружины и работает механизм зажигалки. Еще видно вот здесь, сейчас покажу эту пружину. Вот она соединена вот в этом месте с крышкой, закрывающей фитиль. И таким вот образом работает зажигалка. Если вам было интересно и понравилось, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. На все ваши комментарии постараюсь ответить. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Всем удачи!
зажигалки моя страсть. 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 Зажигалки моя страсть.